Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Toyota Caldina 2003 года выпуска, двигатель 2 литра, коробка автомат. На этом автомобиле на фарах, вернее на лампах, фарах, контакты на подключении, вот сзади здесь стоит штатный ксенон, отгорели контакты, одна еще мерцает, вторая уже не зажигается. Переставим новые разъемы. Но чтобы их поменять, нужно снимать фары. А чтобы снять фары, нужно снимать бампер. Поэтому поднимаем и снимаем бампер. Поднял автомобиль. Снимаем оба пыльника, левый и правый. Для этого откручиваем все крепления. Сняли пыльники. Также снимаем с обоих сторон передние части подкрылков, локеров. Добираемся до клипс в таких местах, отщелкиваем их, чтобы нам удобно было здесь крепление. И со второй стороны также. Здесь у нас еще есть на углах болты, с обоих сторон эти болты откручиваем. Головка на 10. Также с другой стороны. Также здесь под капотом на бампере снимаем клипсы. Не поднялась, рассыпалась. А с этой стороны нету. Так, ну что, вроде бы у нас вот эти тоже крепления под крестовую отвертку держат. Отщелкиваем здесь сбоку с клипс, слева и справа три защелки. Просто поддеваем и оттягиваем. Берем с двух сторон и отводим его вперед. Здесь есть в углу фары направляющая. Вот она, направляющая. Из нее тоже выводим. Туманку нам будет отключить. Еще вот здесь вот посередине. Внутри клипса снимаем эту клипсу тоже. Вот бампер отошел, и снимаем оба разъема с противотуманных фонарей. Там разъем нажимается и вниз снимается. Все, убираем. Все из-за чего? Вот из-за этого болта крепления.
Также вот этот здесь чуть-чуть снизу поднимаем и выводим ее вперед. Вот она, защелка. Все, в принципе, у нас фара должна пойти. Ну, здесь отключаем уже все разъемы. Вот она фара, вот разъемы. Видно, все сгорело. И также на лампе все подгорело, но попробуем лампу почистить, контакт, но если не получится, то придется и лампу менять. Я думаю, получится. Здесь, чтобы нам снять, откручиваем блок от фары. 4 самореза откручиваем. И 2 самореза, которые у нас крепят блок. Я разъем из фары вытащил, но можно его и не вытаскивать, оставить там. Длина провода позволяет нам вытянуть и с этой стороны сделать. Поэтому я сейчас его обрежу. Вот, на новом разъеме тоже отрезал. Берем, зачищаем контакты. Также здесь экран задвинем. Одеваем термоусадку. Проводку на место заводим, потому что потом с новым патроном мы ее не заведем. И уже здесь соединяем оба этих разъема.
Я провода откусил на разной высоте и концы загнул. Один в одну сторону, другой в другую сторону. Берем фен. И феном нагреваем. Все, термоусадка села. Напряжение здесь большое. Я помимо этого возьму еще немножко изолентой, заизолирую. Заизолировал дополнительно еще изолентой. Одеваем экран. Я его не отрывал. Длины его на все не хватит, но вот до этого родного резинового на новом, который его хватает дотянуть. И также кончик здесь его примотаем. Провод стал чуть-чуть длиннее. Ставим на место разъем. И закрываем крышку. Ставили лампу на место. Лампу установил. Брызну нанопротеком разъемы. Ну все, вроде бы разъем встал. Сейчас проверим, не устанавливая пока фару, подключим и проверим, как она у нас будет работать. Идем пробуем. Все заработало. Ближний попробуй. Пищит. Ближний, дальний. Дальний. А, он один, да? Он не пиксель, он дальняя лампа. Так, ну все. Правую фару сделали. Делаем аналогично левую. Так, устанавливаем на место фару. Попадаем. Вот этот снизу разъем. И попадаем в верхнее направляющее. Прикручиваем крепление.
Прикручиваем. Все, здесь крепление под пыльником закрутил. Пыльник на место, локер вставил. Сейчас ставим вот эти обе половинки. Здесь на место защелкнул. Здесь было вырвано. Клипсу вставил. Защелкиваем теперь вот эти две клипсы с одной и с другой стороны. И устанавливаем снизу пыльник. Установили снизу защиту. Установили колеса. Подкрылки закреплены. Бампер закреплен. Опускаем автомобиль. И смотрим обе фары. Все. Обе фары работают, освещают хорошо. Это вот один патрон. Он еще более-менее в живом состоянии. А вот второй патрон, там вообще все выгорело. Там просто искра била непонятно куда. Вот из-за этого бывает не работают лампы, а людям говорят, что надо менять. Либо лампу менять, либо блок менять, либо фару менять. На этом все. Замену патронов на лампы мы закончили. Всего вам доброго.